В городе Рязани могут закрыть 4 крупных торговых центра. В настоящее время в производство железнодорожного районного суда принято 4 иска в интересах неопределенного круга лиц в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о понуждению к совершению действий. Свои требования прокурор обосновывает тем, что в ходе проведенных проверок исполнения требований законодательства пожарной безопасности в помещениях торгово-развлекательного центра «Виктория Плаза», торгового центра «Рязанский», торгового центра «Барс», торгово-развлекательного центра «Премьер» выявлены грубые нарушения законодательства пожарной безопасности. Прокурор просит суд именно закрыть торговые центры до устранения всех нарушений требований пожарной безопасности. По делу назначены предварительные судебные заседания. Кроме того, прокуратура района в адрес руководителей вышеуказанных учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений, а также вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время проверка торговых центров не закончена. И это только промежуточные результаты. Кроме того, в социальных сетях активисты начали опрос по поводу того, какие рязанские торговые центры самые опасные. В комментариях пользователи сети писали о различных нарушениях, таких как отсутствие информации об эвакуационных лестницах и закрытые запасные двери в различных ТРЦ. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».